Сейчас вот в ближайших, в общем-то, планах съемки хорошего, интересного клипа именно здесь, в Ереване. Я специально с собой не привез из России клипы, снятые там, потому что если уж приехал здесь делать, то будем, значит, исполнять песню, очень известную песню. Давайте только не буду, я человек немножко такой, типа, суеверный, да, и чтобы все получилось, не буду полностью раскрывать, и будет это интересней. На одной из моих очень известных песен с довольно-таки известной певицей армянской будем делать совместно дуэтную песню. Имя этой певицы тоже не буду называть. То есть, ну, интересная интрига закручивается, вот так скажем, в добром плане. Ну, уже, да, уже начало есть здесь и на студии, как бы работа уже идет. То есть надо сначала эту песню пропеть дуэтом и прочее, все. То есть сейчас вот как раз идет вот этот самый процесс. Вот. У нас здесь хороший, как бы, продюсер, вот, известный, в общем-то, я думаю, что его знают многие, это, значит, Хачик Егоян. Вот, мы его, конечно, значит, думаем, Хачик Егоян, Хачик Егоян, и мы решили так, говорим, значит, давай, дорогой, будем тебя в широких кругах шансона называть Иван Иванович. А если котить, я ты настах Иван Иванович. А вот на хатас фатер, а если мы какие хартеры чем мам перу мидар это ведь на хатас фатер я жаму як шансонни хенц хенц это пес, че русакан шансон, мец Америка хенц реагир. Пасторен, амбокч це реагире чиряка нацав, че от ми от вас. Дело в том, что я, конечно, все это, да, было подготовлено, но в связи с трагедией, случившейся вот с самолетом, артисты, друзья мои, все уже были готовы. То есть, ну, все было в стадии того, что вот уже должны приехать. И вот видите, как вот получилось. Думаю, что у нас все впереди. У нас есть Хачик Егоян. Шат лав хорошали. Айсинкан, искапес, ас так шат сирумен, ас вотер русакан шансон, но у Ерерас тоже будет? Сейчас, да, в принципе, просто вот у меня, я говорю, я здесь в Ереване сплю 3-4 часа в сутки. Да, это что, много. Это так же нельзя, Иван Иванович. Да, да. Иван Иванович спать не дает. Загружена именно действительно работа, рабочие встречи и прочее. Очень много людей связаны, как бы, ну, проблемы. Ну, продюсера кондуктора. Շատ լավ, արդեն պայմանավորվեցինք, լավ, հիմա պաստորեն արդեն ծրագրերը խոսեցինք, որ հունի մեջ են և այլեն, ու ամենակարևոր հարցը միշտ, որ այս դեպքերում ծակում է, կան մարդիկ, ես արդեն գիտենք, որ Խաչիկ Եղանյանի հետ, պրոդյուսերի հետ աշխատանքները ընթացքի մեջ են, նշանակում է ամեն ինչ շատ լավ կլինի, բայց կան արդյոք մարդիկ, ովքեր, որ արդեն ռեալ աջակցություն են ցուցաբերում, արդեն ձեր կողքին են, կարող օգնում են, որպեսզի արդեն իրականացվի ծրագրերը։ Ну, есть, да, есть, конечно, такие люди, потому что